тайна из всех, которые существуют. Ее можно пережить, но нельзя узнать. Ее можно испробовать, испытать, но невозможно понять. Она за пределами понимания. Она превосходит всякое понимание. У любви нет тела, она бестелесна. Она не оставляет следов. Любовь невидима, но она тем не менее ощутима. У любви нет века, она абсолютно бесформна. Она не осязаема. И помните, что любовь — это лестница от низшего к высшему, от земли к небу. Это освобождение, поскольку за молитвой есть только...